Неубранная куча снега спровоцировала ДТП в Сургуте. Во вторник вечером на Тюменском тракте столкнулись Нива и Лексус. Водитель отечественного внедорожника ехал по средней полосе и собирался поворачивать во дворы. В последний момент мужчина увидел перед собой кучу снега, которую объехать не успел. Задев ее, машина развернулась и оказалась на разделительной полосе, где в Ниву влетела иномарка. В этой аварии, к счастью, обошлось без пострадавших. В сторону начал перестраиваться, потому что направо надо ехать. Все, в правую сторону перестраивалась, но понятно, на вон куча снега расчищенная. Все, я правой стороной маленько зацепил эту кучу снега, меня разворачивает.